блядь. Хоть разъебался. Беру травку. Травушка-муравушка зелененькая. А если меня не будет в клабхаусе, на меня дадутся, дастся трава, нет? Не знаю. Ну в этом, в базе твоей. Не знаю. Не, ну тут на меня грузовик даст. Тут это ж не доставлять сейчас, тут это. Как его заказывать? Ну чтоб за раз полностью заполнить. Ну не получится так, наверное. Они все равно дают рандомно. Ну. Либо грузовик, либо у мента отобрать, либо еще что-нибудь. То есть такое. Угу. Пополнить запасы, вот украсть сырье, нажимаешь и все, оно тебе рандомно дается какая-то из миссий. То есть там нету два, не два человека. По-моему, не имеет значения. Хорошо, мы нашли нужные материалы. Хорошо, они в руках довольно-таки крутых грабителей. Охуевший чувак. Итак, забери материалы и вези к нам. Но только осторожно, они хрупкие. В смысле хрупкие. Пополнение запасов сырья, уходить в сырье. О, кстати, недалеко от тебя, чувак. Вообще изи. А ты видишь точку, нет? Да. Поедем. Бля, мне назад ехать опять пиликать. Охуеть. Ну ты можешь, кстати, там начинать. Или нет, лучше подожди меня. А, сейчас я на разведочку подъеду, и... посмотрю, что тут. А, нет, тебя все равно довести надо. Ладно, тогда я еду. Это задание понадобится два водителя, прикинь. Ебать, чувак, это круто. Ну вот, все-таки, да, реально на двоих дается. У меня никогда на двоих не давалось. За забрать груз. Один был. Да. Там и не давалось. Да. Я живу, тут за раз можно поползть, наверное, вдвоем. Это неплохо, неплохо. Чтобы вас не убить. А, блядь, вылетел с дороги. Что происходит, нахуй? Куда еду, блядь, чё тут нет? Первого лица, когда заносит, вообще ничего не понятно. Тут на дороге. Я подъехал. Ну и чё там? Обняк. Да? Конечно. Большой особняк. Да, там скоро заезд через ворот большие. Я на полпути. Лечу. Путь у меня сейчас главное. А можно расторанить. А по-моему тут миссия была на этом особняке. Да. Бля, ебать их там! Сейчас подожди, чувак, пока не начинай. А уже как бы. Блин. Понеслась мать по трубам. Я еще не приехал на. На, блядь! А! Ебать, там они оборону держат, отстреливаются, блядь. Ебать, я слетел, чувак. С моста. А! Так, там, чисто перечи. А куда ты едешь? Давай, выруливай на дорогу. О, нормально. Где наша не пропадала? Бля, меня сейчас так убьют, нахуй, пиздец. Там не так все просто, блядь. Я уже на полпути. Уже меньше, наверное. Давай, я жду тебя. Неслась моча по трубам, чувак. Веду бой. Чуть не бегаешь. Веду контактный бой. Блюдок. Man down. Asshole. А точка так неплохо управляется вот так, как я еду. На поворотах так хорошо заходит. Да раз, блядь. Потих тут, блядь. Один остался, нахуй. Засел там где-то гнида ебаная. На, нахуй, аварий. Ебать, машина подрезала. О, чувак, убился. Я, по-моему, я всех перекокал, блядь. Блин, самое веселье. Они достойно сражались. Самое веселье. Да, все. Минус все. Надо сейчас подъемать. Ебать, их тут человек 9 был или 10.
Сейчас смотри, я прилечу на машине. Я тебя жду. Прямо с объекта, нахуй. Я сзаду заехал. Блин, я заблудился. А вот и я. Тебе М-тачки? Да. Бля, неплохо тут контейнеры. Ты. Ударная волна взрывов от столкновения повредит сырье. А, теперь да, возьми да, себя кстати. В руки и поезжай медленно. Сырье нам нужно в целом виде. Да, поэтому нужно это самое ехать, блядь. Очень уже покоцал, короче. А, че хотел? Я хотел точку умирать. Так что тут стоит? Музыку включу. Тут могут идти еще нападать эти пидоры. Тоже стреляют. О, поехали. У нее еще такая управляемость этого грузовика, охуенно. Я погнал. Я думаю, два грузовика как раз полностью забьет. Я помню, его по полтора грузовика возьмем. Бля, что происходит? Ха, вы прикиньте, бля, меня... А, тут эти атакуют. Они нападают. Да, меня уже атакуют. Аккуратней давай, я тебя... Так срежу, блядь, по зеленке срежу, ну его нахуй. У меня, кстати, заглючила иконка, блядь. Если на тебя будет нападать, чувак, то лучше это самое, выйти из машины и переебашить, чем они будут таранить. Да. У меня, знаешь, типа, я плюс 30 патронов взял, и у меня постоянно горит плюс 30 патронов. Да, это хуйня. По-моему, у меня такая была хуйня, я перезаходил в игру. А, не, сейчас, может, перезайдешь, что его там здание, и здание. А, да. Это... Ну, меня поражает, что, типа, игра вот она такая... Так, только патчи вышла, а все равно такие баги. Это доказывает, что эти патчи нихуя не исправляют. Просто какой-то, блядь, дань, просто так принято все время патчи упускать. Ну, типа, что поддерживают. Понятно. Делать вид. Да, делать вид, что ты, знаешь, типа... Это такая прогрессистская религия, короче. Типа, надо все время куда-то двигаться, от плохого к хорошему, понимаешь? Надо все время делать лучше. Делать на самом деле лучше. Это не факт, что лучше становится, просто но надо делать лучше, лучше становится. Развиваться как-то. Так, надо аккуратно не врезаться. Не врезаться ни в кого и ни во что! Черт. Чуть не поебал. Чуть не вырезался в машину, но вылетело на меня. Пока обгонял на встречке. Потом из этой машины вырулил знак, который, знаешь, не сбиваемый знак. На полной скорости. Чуть ни во что не врезался, но вырулил. Тебя мало отнято там, по-моему, ничего не делалось. Ну да, немножко я все-таки машину, походу, зацепил краем. И это самое как его. Ну знак не цепанул. Ну и в самом начале оно отнялось самое такое. О, блядки, не умеете ездить, хули вы тут едете по этой дороге. Пошли вон, коты. О, я почти тебя догнал, вижу. Впереди. Не догоняешь, что ли? Эта машина быстрее едет, потому что компьютер быстрее. ТПСы нагоняют. Да-да-да. Ты догоняй, вообще как стоячие делают. Заебал. Я жму вперед, вообще не отпускаю. Я тоже. Отлично. Бля, почему? Бля, господи. Мы что, смотрели разные просто? Бля, как хочется в тебя врезаться, блядь. Подрезать тебя.
А ты реально вперед пролагиваешься, телепортируешься у меня, блядь. Ну тебе, наверное, скажи. Типа такой рывками, блядь. За тупника, бля, твои лаги начали сказываться. А у меня не лагает игра, просто телепортируется. Да. Это до города мне глючит. Блять, дарас! Бля, ебать, это снял. Ёбаный тварь. Накажи его. Бля, пидарас повернул, блядь, направо нас. Да я уехал. Значит, как они поворачивают, блядь, слева нас. Да, едешь, да, на полном ходу за ними. Пидары, блядь. Не, ну мне кажется, полная будет сразу. Да. А она была рассчитана. На каком-то карте едет. А я его убил. А он мертвый, блядь. Да, это много объясняет. Бля, ебать, на перекрестке, чувак, надо аккуратно. Машина вылетает, вообще сумасшедший. Чуть не уебал, сейчас там это все будет. Я буду рисковать, я считаю. Я так и рискнул. О, я довез первую партию. Ну и сколько? Половина есть склада. Мне еще придется ехать. Но, че черный экран? Так, все. Чем зависло? Бля, немножко не хватило. Не знаю, будем еще раз или хватит? Не, ну давай еще ходочку. Давай. Все, просто в этой кабане. Пойдет до клеточки. Да. Чтоб сразу набрать. Симон звонит. Иди нахуй, Симон. Звонит. Так, пополнить запасы. Украсть сырье. Поехали. Мы можем. А что за сырье он ворует? Семена, что он ворует? Семена, наверное, да. Воду ворует. Чтоб поливать. Чистой воды не найти. Так, машин нету. Моя машина там стоит. Куда-то в центр города. Так, ну чё, возьму чё, машину. Ты вызовешь или я вызову? Да, я найду сейчас. Вон, мужик хочет поделиться машиной. Ах, ты куда поехал, брать? Ты же машину хотел мне отдать. Смотри в землю, чувак, от первого лица. Давай. Чтобы магию мутить. Механик. Давай, вызывай. Так. Так, Бэй-Сити. Курума. Мне тут задание понадобится два водителя, нихуя себе. Опять сейчас что-то будем внести. Куритецкая. Ну и где моя машина, блин? Вон она. Да. Поднимай глаза, вон она стоит. Да. Поехали. А. Гони, шеф! Надо музыку сразу. Как же без музыки обрубать? Чё это такое, блядь? Да, я нажал. Разрядя? Ладно, ты выбирай. Погнали, шеф! Гоню, шеф! Не, шеф ты, а я... Называй меня перевозчик. Перевозчик. А, не! Как его водил называется? Не, водил не называется. Ну, в России, да. Перевозчик кино, типа, со стыком. Да, да, да. Это моя супер навороченная тачка. Летим. Я еще нажал эту кнопочку R, чтобы с крутых видов раков посмотреть мою машину. Сыком едем. Ты так же круто ездил на своей тачке. Да. Я там гнал, я под два штрафа урвали. Это урвал. Есть самая главная скоростная платная дорога, прикинь. И на которой можно максимум 90 км в час. Ну спрашивается, нахуя платить за нее, если на ней скорости побольше нельзя. То есть платные, там есть 140 км в час, 110 и так далее, можно ехать. Вот. А на этой 90, блять, и два штрафа пришло, я гнал там под 160. Я думаю, блядь, суки! Пришлось платить, а что делать? Ну, там, получается, если в течение двух недель платишь, то в два раза меньше штраф. Вот, по 250 рублей заплатил. Не
сильно такой высовывать самолет. Ну, немного, в принципе. Я думал, ну, дохуя. Ну, тихоточку. Самое главное, назад ехал, назад уже все аккуратненько, без штрафов, всякой хуйни. А, со самое главное, прикол, ехали, да? На дороге видим, какой-то водила тупит, ну и не один такой водила, думаем. Ну, первый раз такие, а что за хуйня, че он так тупит-то, блядь, не может так водила тупить, под кайфом, что ли, или что? Ну, смотрим, а это баба за рулем. Потом, знаешь, уже, потом дальше едем, следующий опять какой-то водила подтупливает что-то. Ну, прям видно, что прям тупит на дороге, то есть не дает обогнать или еще что-нибудь такое творить. Хуйню нестандартную. Вот. Теперь я начинаю понимать, все-таки про женщину за рулем. Да-да, она прям сразу видно, чувак, она видно. Мы такие, давайте делаем ставки, господа, баба или не баба, все-таки баба, по-любому баба. Хуяк, смотрим, рожу поворачиваем на нее, реально баба. Такие такие штук попадалась бабка, то реально тупят, чувак. Ну они не сильно тупят, но прям выдает вот их манера вождения, что это, блядь, птёлка. А, вот она чё. Это пиздец просто. Вот оно доказательство неполноценности, да? Да, оно прям видно, чувак, что это баба ведет. И вот мы ни разу не ошиблись. Не, иногда мужики тупят, но они там тупят по такому. По правильно. Какие-то байкеры, блядь. Это ты! Не, я вышел это самое от него. Какие-то. В каком они языке вообще разговаривают? Что-то очухелло, блядь. Полукитайцы. Это байкерская банда. А здесь две машины или одна? Да, две вон. Быть мы сейчас то товар навезем. По-моему, одна. Быть из дробовика. С дробовика стрелял такие дробицы. Дырки на. Я застрял! Я застрял, чувак! И выйти не могу. А, не вышел, телепахнулся. Да. Надо отогнать, я думаю, а то, блядь, через них ехать, они взрываются, короче. Оп-оп-оп-оп. Нормально, я проехал. Поехал. Дверь-то сзади все равно открылась. А сейчас надо будет еще эти байкеры нас преследовать. Да. Мак Гил Олсен, блять, какой-то. А от похуй, кстати, то можно его повыждать, походу. Можно его довести. Да, он уже едет. Он на меня уже едут такие. Да, а я уже. Я так вас. Да, реально может повыждать. Похуй, Марвел. Главное довести. Я нафиговал. А, блять, ебать, грузовик-то ранний, похуел ты что ли, блять? Ебать, он смерть. А он на мотоцикле? Не, да, грузовик взбесился этот водитель и начал меня таранить, блядь. Прям на мусоровоз. А, да, прикиньте, теперь у меня тоже показывается пробел плюс 8 этого самого патрона. Такая же хуйня показывается. Да, ушло. А прикинь, пропатчили, да, начало хуйня пуляться. У меня такое было один раз, но редко, а теперь, блядь, за хуйня. Да. А, вот, смотри, я вид от первого лица в машине поставил, она исчезла. Нормально. Как мне грузовики по трубы наверху лезть? Это да, у меня тоже. Типа, прикрытие. Рабочие люди. Да, вы тут понимаешь, ебашим. Фермеры. Выращиваем траву. Фермеры. Будем веревки из конопли делать. А чё вы подумали? У нас тепличное хозяйство. Да-да-да. Подумай, что всякие наркоманы же используют. Я настолько медленно ехал, что даже не смог сбить на циклист. Там вроде на полную сжало и сразу не раздавило. Ну-ка, пропустите меня, ублюдки. Дед, ты чё, блядь, ты не слышишь? Ты сигналил, мразь! Ты сигналил. Пропустил. Ты тут не ешь. Ну надо так делать, ну надо. Кто еще не хочет меня пропустить, признавайтесь. Давай, или чё? Мужик, ты чё едешь? Медленно едешь, ещё не пропускаешь. Знаешь, что за это бывает? БЛЯТЬ! Заебись, я, блядь, повернул нахуй, блядь, голову. Вот такой в жизни был, нахуй. Я этот, короче, решил поправить вентилятор, что на меня дул. Да хоть и по голову повернул на него, посмотрел, смотрю, ну я прям в столб еду, короче. О, огромный такой хуяк прям в него, блядь. Ты чё, ублюдок? Чё,
пишет дороги, мразь. Больной ублюдок. Люди на дороге сколько тупят. О, вообще, как ехать, чувак, когда все тупят. Хочется убивать каждого встречного. Поперечного. Да. Ну, тупит, он не хочет, я ему сигнал. Интересно, интересно, есть какие-нибудь множители сегодня на миссии? Интересно было сказать. Какие? Какие миссии больше, да? Знаешь, типа множители иногда дают на миссии, типа X2 там, на деньги. Интересно, есть сегодня что-то такое еще? Надо посмотреть. Ну, хрен знает. Сейчас сколько тебе денег? Довезем. Чё? Сколько тебе денег? У меня 100 с хуем было. Стало. Не густо. Это мало. Сейчас еще 1200, 1400 было. Урву. С доставочек. Ну неплохо, да, травки так вот. Фотку туда, две туда. Я в реале так поработал. 70 тысяч баксов и все, и нахуй ничего не надо. Я бы поработал лет 5 и нахуй все. И всю жизнь бы стозил. С удовольствием. Так, я доставил. Да? Вот заебись. Ну, люди, блядь, за 10 тысяч, блядь, всю жизнь работают, нахуй. А, я вспомнил, куда деньги потратил. Я улучшил эту самую конопляную хуету. Да? Да. Улучшение покупал. В смысле, улучшил? Ну, я чуть нового не купил. В смысле, нового? Ну, тут только один бизнес можно покупать. Ну, я хотел новый бизнес, но что-то он дорого стоил, а улучшение дешево. Я потратил на улучшение. Доставлено все. Все, о, тебе полное. Печенькой надо карточка. Сходить, че. Ну чё, ну ты работу понимаю, короче. Работать надо так, чтобы, блядь, потом поработать, а потом уже нахуй кайфовать. А не так, чтобы всю жизнь, блядь, нахуй это. Да, за копейки. Воруем сырьё, пацаны. Поехали. Нихуя не делаю, блядь, деньги получаю, блядь. Get a hold of them and bring them in. А, чё, я сел? Поехали. Я буду на задненьких, уважаемый. Украдите сырье. Оставьте его на предприятие, блядь. Включи, короче, ключ. Всё. Вот это пускай. Бля. Бля, а чё? А чё, не стоит по-тупому? Я решил попробовать. Писю. Так, доберитесь. Да, кстати, два, видишь, доставить сырья. Походу, два грузовичка что-то или типа того. Нормально, СССР за раз бы забить его. Лечу. Что там у нас по деньгам? Блять, у меня же 100 тысяч и налички, блядь, просто. Пидарасы. У меня... Ебать. У меня 170, по-моему, рисунок там, 150 оставалось после покупки бункера. Ну, у меня откуда-то уже 40 литров налички. А, не, ну у меня в банке. На банке. Не, на руках у меня 5 косарей. Я особо не трачу. Ну, кинул бы в банк. Сейчас доедем. Можно мне будет уйти. 41 тысяча. Цени. На нахуй. А, сука, не получилось. Пофиксили убойную мощь. Да. А раньше, блядь, просто как таран может быть. И все. Надо миллион на танк, не миллион пиц. Бля, куда-то ехать пиздец. За товаром. Ну да, куда-то в горы, походу. Там какие-нибудь, блядь, эти метаварильщики сидят. Кабырыганом всяким. Все семян накупить. Ну нахуй!
Сученыш выжил. Да. Можно вылететь нахуй. Да. Но в четвертом вообще они четко вылетали, мне радовалось. Я даже знаю самое, насколько дальше улечу делал. Врезался тупо. А там, кстати, такие моменты в детали, я помню, что я видел тебя. Бля, чуть не это, в речку не это. Помните, я видео сравнение кидал, вот, четвертый, типа, детализацию. Да, видел. Да, это проблема пятерки, на самом деле, что она такая поверхность. Нереалистично менты себя ведут, там, блядь, ведут все, блядь. Все слишком упрощено. А казуалили игрушку. Нет, эти детали прикольно. Графончик натянули и все. Ебать. Ебать то, Люси. Мы не можем через гору. Мы не можем. Ну это да. Поехали! Давай, наверное, не потянет. Давай, не, я нихуя не знаю. Опа! Он нихуя не знает. Блядь, нет, блядь, сука! Пидорас. Нет. Ну ладно, поехали. Слишком крутую эту горку выбрал. Ну я же крут. И горка должна быть крута. Куда нас ведет нелегкая? О, бля. И все хорошо. Ой, бля! Чуть не врезался в этого пидора. Ебать, я куда-то залетаю к пацанам. Во дворик. А нам, походу, сюда и надо было, бля. Не, чуть подальше. Мне надо подъехать было к этому. А, вон тут пацаны. А, их, походу, надо гоп-стопнуть. Или нет? Да. Не вставай. Заливай их нахуй. Бля, заебись, два грузовика вообще. Там, сука, еще какие-то скидары. Ну тебе пердак, пристрелю, ублюдок! Больной ублюдок. Забираем тачки. Я какой-то хуй на тракторе приехал! Вот ездил сюда раз. Сука! Надо тебе тектор вот отвезти. Пошел нахуй! Работяга, нахуй ты приехал сюда, я вообще не понимаю. Че ты забыл? Ай, машина заградила опять. Все, я вы вроде должны проехать. Да ладно, ставь, проедем, чё. Первый раз, что ли? Так, тачку нельзя повреждать, чувак. Не забывай. No. Иначе груза будет меньше. Бля, чё за не начнут высираться. Да. Надо аккуратненько, чисто аккуратненько доехать. Ты чё? А ворота можно просто выбить. Ну все, поехали. Давайте я музончик, пацаны. Накатите. Чемодан внутри стоит. Да-да. Бля! Нельзя, и сам же въебался. Да ладно. Тихо. Ебать ты, блядь. Блин. Да, теперь уже... А, ты больше меня разъебал. Бля, едут нахуй. Вижу. Это вот эти пидоры? А где они? Это, бля, ёпта, на тракторе, хуй. О-о-о. Сзади еще подъезжают. Да, раз. Сейчас я их сниму. Непонятно, какой из машин они. Бля, а чё меня не стреляет? Сука, блять, мои серьё, пиздец. Всякие еще дуры тупые на дороге, мы... Мрази. Не говори. Тупые бледюшки.
Да, с СНЕ так неплохо они покоцали. Реально. Тупые шлюхи не умеют ездить. Не видят, пацаны воюют. Значит, отъедь, да и все. Нет, надо врезаться. Скоты. Эмансипированные дуры. Ебали. За руль, блядь, садили, блядь. Даже в саузовской Рейвер 34 есть. Да-да. Докатимся, блядь. Я, ну, после, я после этого саудитов перестал уважать. Раньше я считал их нормальными пацанами. А теперь... Ну теперь извиняйте. Прикинь бы, если бы эта самая какая-нибудь шкура американская приедет в Саудовскую Аравию и скажет, например, что-нибудь, что нельзя вот так вот делать, как она делает, да, там. Она скажет, я шли своя будда, я сильная женщина, вся хуйня. Вы нарушаете мои права, да, ее тупо камнями закидают в яме в какой-нибудь. А там секут, по-моему, за эту пожопку. Вот, тем более. Надо привязаться и будут, блядь, листать хуйню. Да. Сразу зачкнется, мразь. Эмансипированная мразь. Мне письмо пришло, говорит, отыщи там что-то. А, мне тоже приходило. Нахуй надо. Скажем дружно, нахуй нужно. И самое главное, у нас хотят такую же хуйню в это продвигать, типа, всякие эти самые шкуры. Что, типа, бабы должны быть сильные, вся хуйня. Мужик должен под каблуком быть. У нас особенно в столицах, блядь, все они на запад рожают. Да. То есть на западе потом к нам приходят, блядь, повторяют. Значит, молодежь, блядь, разговаривает. Посмотришь видео какой-нибудь шкуры, блядь, 16-летняя, она, знаешь, говорит все время английский. Блять. Вот я не знаю, как это по-русски, но по-английски это так, блять. Да, блять, мразь, давил бы просто. Не говори. Родной язык им, блять, не интересен. Бля, она американка. Ну едь свою ебаную пиндосию. Пусть это пристрелят шкуру. Вон одну закрыли там, ебанутую шкуру. Типа ее вела бизнес с кем-то. И все, ест. И остальных прикроют. Да. В общем, блядь, тенденция хуйня меняется. Никто родину не любит, блядь. И все не традиции. Да. Все какие-то безродные манкурты ебаные, которые, блядь, не знают, кто не, блядь, дед был, папа. Да, модно стало, вообще. Блядь, зона. Все, блядь, уезжаем на запад. Хуится ты, короче, хуится. А потому что у нас тут, видишь, все воруют. Самые мордатые. Да? Есть такая хуйня. Если бы нормально, не воровали бы. Если бы даже воровали, ну не в таких количествах и масштабах. Это нормально было бы, чтобы и людям что-то тоже было, как раньше в СССР, там, не знаю. Что, чтобы это, как его? Да-да, дороги строились, все бесплатно было. Тут платные дороги, блять, платный бензин, который стоит миллиарды. Все платно. Не влезайте меня. Машины ебаные. О, нормально. А ебать ты это самое уходокал. Сырье. Нормально. Ебать машина подвигает. А не, нельзя, сука. Все. Ну и сколько у нас? Давай чекнем. Доставлено 2 из 2. Полна коробочка. Или нет? По идее, одного хватало всегда. А, ля, немножко не хватило. Ну, бля, ну, мы на ради одной поедем. Да, да, нахуй оно, да. Пойдет. Выйти на улицу. Их хватит, поехали к тебе. Нет. На деляночку, верно. Надо, сейчас заедем посмотрим. Потому что мы в прошлый раз как ее навозили, потом мы играли сколько. Потом это, сейчас вот играем сколько. Съебали звонить, бля, же четвертый звонит. У него отключить, блядь. Никак. Твой ебаный телефон, блядь, проклятие человечества. Пейдж, это Пейдж. Сюда ставим отпустим. I basically run things over there while he takes credit. Anyway, I've got a new sideline you might be interested in. High-end scores, taken elegantly, using the latest tech.
Only problem, you'd need somewhere to store our nerve center. If you ever start a club with Tony Prince, I'll give you another call. А, это типа, звонит, типа, купи клуб. Listen, купи клуб. Купите наш клуб, играйте нашу игру. Блин. Чтобы заработать на этот клуб. Сейчас травку отвезем. Я правильно поставил, кстати, метку? Да, вроде, да. Да. Сейчас травку отвезем. И можно ограбление. Может, дальше. Лучше привезти? Ну, не знаю. Можно привезти. А, ну да, можно привезти, отвезти. Ну, один хуй туда ехать. Можно было подаленно взять. На кое хуй я плачу этим рабочим, если нельзя удаленно позвонить, сказать, эй, слышь, амиго, ну давай это товар это самое доставим. В палате та же хуйня, надо все своими руками делать, хоть у тебя там есть, блядь, 100 городов, организация этих минитменов, ты там генерал, блядь, если все своими руками делаешь, короче, болванчики. Ну а нахуй, ублюдок. Все, пошли. Посмотрим, что там у нас. Опа. Войти с членами мотоклуба. Мотоклуб. Hello, мото. Всего-то 34 тысячи? Come on, bud. Нет ресурсов, пикни вообще нихуя. Что-то какой-то косяк, по-моему, блин. Так, ну давай тогда это самое повезем, чтобы большую партию продать и больше бабла выручить. Быть на улице, что? Не, вот тебе лучше тут быть, чтобы это я взял. Сразу, чтобы две эти ящика, не знаю, как в прошлый раз. Войти. Че, суки, ленитесь, блядь. Куда проебали все нахуй? Было сырье нахуй. Пополнить запасы. Да украсть сырье. Они воруют. Да по-любому, блядь. 35 тысяч, мы натаскали там сырья в прошлый раз, помню. Надо их валить еще. Okay, дело почти законное, но это... Конкуренты злобные. Отни у них сырье. Ну а где отнимать-то? А, о, показывает. Ух, кстати, что-то новенькое. Такого не было, поехали. Уговорите сырье и доставьте его на предприятие. Окей. Я в той местности не воровал сырье. Ни разу. В общем, у меня проблем. Выше крыши теперь с этим ремонтом. Ну, хоть подешевле, то прикинь, 250 косарей ремонт. Я думаю, бля, мужики, вы че? Ну вас нахуй. А там прикинь. Типа, загрузить это самое товар, что-то 2 косаря выгрузить, там что-то 3 косаря убрать, мусор, 2 косаря. Я думаю, блядь, заебись. Понасчитали. Там такой расчет сделали. Я думаю, не, спасибо. Если бы это стоило, не знаю, 1050 всего, то тогда да. Ну ладно, там, не знаю, даже 70. Я готов был заплатить, чтобы мне все сделали. Вместе с этим. Ну, бля, когда такие цены... Я ж сам сделаю. Все, блядь, да. Так, сворачивай налево. Неужто, блядь, на Blond Radio нормальную музыку завезут? Что хуйня какая-то сыграла. Так. А это Бомж Таун, кстати. Глянь, капитализм из кризис написано. Мы можем, бля, подожди. Дверь сломалась. Я хотел со снайперок их пощелкать. Сука, блядь, моя дверь. Это все они виноваты. Гнида, блядь. Мрит, бать их там. Справа еще, чувак, за тебя. Я на тебя его оставлю. Так, еще один где-то прячется. Вон вижу. Так, две тачки. Походу. Там внутри эти какие-то зеленые, блядь, для краски. Да. Да там еще чувак прячется, подожди, там чувак где-то. Прям сзади нас. Где мой дробаш, нахуй. А, да, тут, кстати, эти. И вытяни, Деляночка.
Ебать ты его там. Распидорасил. Так, все взяли. Ну поехали. Бля, дверь, да. Дверь разъебалась. На передний лучше садись, чувак. Сейчас, подожди, он сисел почему-то сзади. Ты бля, на плечи будешь, блядь. Ну закрывай дверь, ёпты мать. Защиту мою. Брони эту дверь закрыл. Да-да. Недалеко, кстати. Сейчас хуяк, ему уже на месте. Да. Ебать, пацаны наехали. Таки наш товар украли. Надо что-то да. делать. Такие, а мы такие, заебись. Наши пластиковые банки с подкраской. Да. А это, кстати, вот этот хер, который обзывался сейчас в чате. Походу какой-то школьник. Меня зовут, пишет. Чиза. Его зовут? Да. Меня зовут какой-то Эльбрус. Но его не звали. Да. И он будет забанен, забанен, его забаню. Лично, лично. Нажму кнопку бан пожизненный. Тебе так никто не смотрит, еще и банишься, блядь. На и похуй. Школьники нахуй нужны. Как похуй, тебе же нужно смотреть. А бизнес, на машине не заезжай, не заезжай, не заезжай, чувак, не заезжай! Поздняк. Все, машина исчезнет. Да, вызови. Нужно будет вызвать. Пускай этот самый монтёр, слесарь, это, отработает свои бабки. За что уплачено, да? Лепа, вези вообще копейки. Ну, пидорасы. Игрок Малрад достал сырье. Так, ну давайте. Еще возьмем. Войти. Вентиляторы имитируют ветер. Пополните запасы, украсть. Подтвердить. И я подтверждаю, что я хочу украсть. Нужно нам сырье конфисковали копы. О, бля, ненавижу эту миссию. А, не, добейтесь до территории рядом с полицейским участком. Да, блять. А, не, да, слушай, мам. Починилась дверь, чехи, блядь. Блядь, да что, он садится не туда. Не, две это самое, оставили машину. В общем, сейчас нужно опять с ментами ураганить. Сука, бесит вот эта миссия. И там тоже дадут копейки, блядь, сейчас это. А, ну, два свертка урвем и все. А геморроя там пиздец просто. Ну не на два свертка, да? Да. Нам сейчас надо ураганить, чтобы менты приехали. Мента убить, забрать сырье и съебаться от него. Так вот. Все, мужик. За это я тебя пристрелю колесо. Не, чтоб сразу там, не знаю, две машины бронированных с кучей товар, чтоб на один раз поехал, загрузился и все. Слушай, пушек, сделать перделок. Да. Долбоёб. Да что такое? Hell awaits, написано. Hell awaits, мужик. Тебя ждет ад. Лох. Что мы, блядь, с тобой возим уже нахуй? Два часа, блядь, хуйню. Да-да. А покинь еще вот эти предприятия, которые мое, да? Там возить всё это, пиздить. Аэропорт, блядь, я ебу. Это все равно как на настоящую работу устраиваешься и возишь. Нахуя такое сделали? Да, это тупо. Это самое главное, типа, они сделали, ну, типа, чтобы можно было играть в команде, да? Чтобы у тебя, типа, банда была. Вот, и типа, банда возила тебе
Ну каждый это себе хочет навозить тоже. Купить. Да, то есть каждому навозить, то целый день будешь возить только всю эту хуйню. Это мега тупо, не знаю, система это. Надо понимать-то. Типа, нет понимания, как оно должно, чтобы было интересно. Даже я бы лучше, блядь, придумал, чем они нахуй. Не, я реально думал, когда первый раз покупал бизнес, что он будет офлайн, типа, вся хуйня. Ничего, получите уровень розыска. Да, в общем, надо тебе ураганить. Так, а вон менты, надо тебе мента. Сейчас подъедет мент, надо будет его убить. И забрать у него товар. Это ментовский участок, что ли? Да. В общем, ждем мента на мотоцикле. Только, а внутрь можешь зайти? Вряд ли. Да. Так, должен какой-то хуй на мотоцикле подъехать. И у него товар. Либо на машине, хуй знает. Самое главное, одну звезду дают, и ее надо удерживать, покинь. Чтобы она не спала, она может спасть. Еще одну звезду всего? Да, да. Странная миссия. А, убил. Тебя убью. Тебя убью. Тебя убью. Мусора, мусора. Это ля, это фам. Это просто лафа. Когда мрут мусора. Бля, ну иди, тачка. Соберите сырье. Сзади где-то. Пойдем, поехали. Брат, менты едут. Прикольный значок какой-то, сова, медведь. Вот, чувак, нам нужно два мотоцикла, бери мотоциклы. А где это? Вот они, иди ко мне быстрее, пока менты не наехали. Они сырьём в мотоцикле. Все, я погнал. Ну и все, тебе нужно его доставить, оторваться от копов. Ну от копов тут одна звезда, оторваться вообще не проблема. Я вообще сам комп. Коп на мотоцикле. Коп. Я сам милиционер, блядь. Да. Здесь, блядь, нельзя раков ловить. Пошел нахуй, я сам милиционер. Блять, мусор меня спалил. Я там говорил, что мента пиздил. Ну да, да, я знаю. Ай, коп! Да ты не бойся, я сам милиционер. Одна обоссанная звезда. Это продажные копы. Прикинь, они с наркотой ездят на мотоциклах. Торгуют. Такие, а, пацаны, такие на район приехали. Ну че, сегодня будете покупать товар хороший? Вся хуйня. Бля, а вот там коп впереди. Компы. Компы. Я специально притормозил, чтобы звезда скинулась. О, все, ушла. Нет, нет, а он всегда. Чё, ну... Кстати, 500 левел скоро, не? Не знаю, не ищет, по-моему. 90 какой-то был. Так, ну-ка, радио, давайте. Блин, что за дудка играет? А, мерзкий коп! Ну-ка, ступай мне дорогу, я коп. Ебать, мужик затупил на дороге. О, испугался сигналки. Так подъезжаешь такой, хуяк, включаешь сигналку. Ну-ка, хуяк, и мужик такой в ахуе. Попробуй возле тачки включить себе эту мигалку, чувак. На Е. Посмотри, он сразу такой будет нервничать на дороге. Рок радио прикольно песня. Че ты донатить того не могу? Да я тоже я тебя донатить не могу на этой хуйне.
Не знаю, на R-очку нажать. Опа! Тут нихуя не видно. Ты первого, кого догнал, там мусор. Товарищ полицейский! О, блядь, чуть не протаранил его. Бля, вот это не психует. Да-да-да. Ты проехал, чувак. Бля, ебать, пизданулся. Не в ту сторону повернул, блядь. Все, я свой доставил. И что? А, тебя еще надо, чтобы ты доставил. Помогите доставить сирену на предприятие. Ну-ка, амиго, работайте. О, полная забилась. Охуеть, нормально, все. Живем. Вот это я понимаю, сырья отсыпали. Ну, забей. Ну все, теперь ждем, когда наполнится. А пока, выходим на этот самый... На миссию. Не, сейчас это мега-квест можно выполнить. Мега-ограбление. Давай. Так, только давай, знаешь, что сделаю? А, хотя обязательно. Давай. Где моя тачила, блядь? Нет моя тачила. Вызывай. Вызывайте, уважаемый. Ну, а теперь мы пока будем делать ограбление.